Так, ну что, давайте мы начнем. Сейчас еще на наша коллега подойдет. Ну, подойдет, но уже у нас время-то есть. Это вам значит, методичка. Тут есть программа курса. У вас экзамен будет? Тем, вот у нас расписание. Не помните? Да. Наверное, экзамен. Я думаю, что экзамен. Я точно не помню. Ну, вы знаете, если сказать, экзамен, то нужно будет два вопроса подготовить. Ну, да. На каждый вопрос ответ. Ну и потом побеседовать, да. Вот. Вы меня уже учились, знакомы. Так. Ну вот теперь я хочу, особенно с учетом того, что вы уже учились, рассказать, в чем отличие этого курса от того, с чем вы знакомы. Значит, вот тот курс, который мы с вами. Социально-трудовые конфликты и технологии их урегулирования. Мы там всякого рода политические вопросы не разбирали. Наоборот, мы разбирали сугубо экономические вопросы. А здесь вот передо мной, как преподавателем и как разработчиком программы, была поставлена кафедрой конфликтологии прямо противоположная задача, состоящая в том, чтобы подчеркнуть всякие политические составляющие конфликтов, которые могут быть. Я такой курс разработал, вот по нему разработана эта методичка. В прошлом году, как раз, когда вышла эта методичка, приехала комиссия проверять, как у нас тут все обеспечено, подготовлено. А у нас все обеспечено, подготовлено и напечатано, так что все хорошо. Вот. Так что те акценты, которые были приглушены в том курсе, во-первых, во-вторых, здесь мы, наоборот, на них сделаем ударение основное. Ну и кроме того, как показывает практика, я вот как бы три раза вижу одних и тех же студентов. Один раз, когда я читаю философию на первом курсе, на конфликтологом я имею в виду. Второй раз, вот сейчас, сегодня я читал уже третий курсником, начал конфликтологию, которые читали у меня, слушали у меня философию. Ну и третий раз вот в магистратуре, но уже через значительный интервал, второй курс, а конфликтология была социально-трудовая на третьем курсе. Ну и, так сказать, весь этот интервал дает возможность, так сказать, основательно подготовиться и все эти свои категории взвесить, какие тут будут. Значит, у нас тема сегодняшней лекции – понятие конфликта. Здравствуйте. Пожалуйста. Это вам подарок. С подарком начать ничего же плохого не будет, правда? Сказать, опаздывать, сейчас будут ругать, а тут дают подарок. Бесконфликтный способ решения проблем. Как во фрашкуле литературу. Да. В этой брошюрке, кроме программы, которая нам нужна, так сказать, методически, есть еще и одна из тем, связанная с величиной реального содержания зарплаты, со стоимостью рабочей силы. Это большая проблема, вокруг которой идут большие конфликты и споры, и которая, конечно, приняла и политический характер, потому что, ну, можно сказать, что за то, чтобы зарплата не росла, за это бьются не отдельные предприниматели, а они объединяются между собой и дружно стоят на том, что выше мы не дадим подняться зарплате. А особенно сейчас это видно в кризисной обстановке. Зарплата не только не растет, но еще и понижается. А реальное содержание зарплаты понижается уже в силу инфляции. Но это вы посмотрите, само собой, мы к этому потом подойдем. А сегодня мы с вами рассмотрим вопрос о понятии конфликта. Вопрос о понятии конфликта непростой, потому что имеются разные определения, кто как называет. Я чего-то не наслушался здесь, пока преподаю. То мне студенты говорили, что это встреча двух мнений. Я так сразу стал интересоваться, встреча двух мнений где, в кафе, где, в чем конфликт, если встреча двух мнений, да? Вот, потом я говорю, я всегда думал, что встречаются люди, оказывается, мнения без людей могут встречаться, это забавно, интересно. Вот, теперь, скажем, в прошлом году мне рассказывали, что конфликт – это отрицательное взаимодействие. Что такое отрицательное взаимодействие? Наверное, когда два положительных заряда получается отрицательное взаимодействие, что ли? Ну, это, наверное, хотели сказать, что это взаимодействие насыщенно негативный характер. А что значит негативный характер? То есть бывают такие взаимодействия, которые носят негативный характер. Ну, всякое взаимодействие носит сразу
имеет природу прямо противоположную, одно и другое, верно? Здесь надо исходить из того, что у большинства людей понятие конфликта сразу характеризуется чем-то негативным, поэтому это такая реакция. Ну, вот это, так сказать, это поверхностное такое рассмотрение, да, потому что, скажем, если серьезно, через конфликт серьезно улучшается положение людей, это разве это негативное действие, это позитивное действие? Или там люди, там, скажем, как освободились от крепостной зависимости? Бесконфликтно? Или через конфликт? Через конфликт. Теперь это как вывод, скорее, люди... Ну да. Ну вот это... Ну вот в том-то и дело, что надо тут в этом вопросе разбираться, поэтому требуется соответствующее и точное, и грамотное определение. Ну вот у нас с вами уже прошло два конфликтологических конгресса. Вот на одном я, так сказать, вел секцию социально-трудовых конфликтов, а в прошлогодний конгресс, после него меня попросил товарищ Олейников подготовить для книги понятие, с которого начинается, так сказать, раздел такой, написать понятие, философское понимание конфликта. Ну, я такую работу сделал и хочу вас, так сказать, с результатами этого познакомить, имея в виду, что нам всем нужно в этом вопросе разобраться. Значит, как мы к этому вопросу должны подходить? Мы к этому вопросу должны подходить, исходя из того, кто такие конфликтологи. Конфликтологи – это кто такие? Мы где находимся сейчас с вами? В каком институте? Вот вы философ или не философ? Нет. Что значит нет? Пожалуйста, на выход. А вы философ, нет? Не философ, тоже на выход. И вы не философ? Ну, скорее практика. Так вот, скорее практика означает, что бывает философия теоретическая, и бывает философия прикладная. Институт философии включает в себя теоретические и философские курсы и соответствующие кафедры. Вот, скажем, кафедра, на которой я работаю, она вполне теоретическая кафедра социальной философии и философии истории. Вот у меня должность профессор кафедры социальной философии и философии истории. Ученое звание у меня профессор по кафедре экономики и права. Другое. А есть кафедры вот онтологии и теории познания, ну и целый ряд других, которые, так сказать, не носят прикладного характера, а носят теоретический. Другое дело, что, значит, такие вещи, как конфликт, настолько сложные категории и сложное явление, что их нельзя, так сказать, изучить, только, так сказать, беря, так сказать, одну сторону или, так сказать, только с одной теоретической стороны. Они носят характер прикладной. То есть мы прикладываем философию в Институте философии к решению этой проблемы конфликтов. Вы разжигать собрались конфликты или разрешать? Разрешать, видите? Значит, у нас есть определенная... В зависимости от ситуации. Да, в зависимости от ситуации. Поэтому у нас определенная задача, как у конфликтологов, мы должны использовать философские знания для того, чтобы подвести соответствующую методологическую основу, теоретическую основу под разрешение конфликтов. Чтобы наше разрешение конфликта было бы не просто случайной игрой, что мы одно сказали, другое сказали, или как практикой, то есть на ощупь вы собираетесь действовать, нет? Не на ощупь, вы же приехали из далеких краев для того, чтобы не на ощупь действовать, а на основе теории, верно? Вот в этом вообще смысл прикладной науки. Например, у нас два математических факультета. Когда еще я учился на математико-механическом факультете, он был один. Потом, когда я был на третьем курсе, произошло разделение. Матмех остался, как матмех, а половина тех, кто занимается прикладными задачами какие-то, используют математику для решения самых разных задач, уехали в отдельный факультет прикладной математики. Сейчас их два. И оба крупные. И оба в Петербурге. А маленький кусочек вот здесь на 14-й линии, дом 29. И так получилось, что я вот в этом семестре заменяю одного доцента у нас, который не может сейчас. И читаю лекцию по философии для математиков-магистров, которые только что поступили. То есть прикладные задачи. И мы должны прекрасно понимать, в чем более высокий, какие требования к прикладникам. Если одно дело я потеоретизировал, и все. А вам же нужна такая теория, которая доведена до
практике, правильно? До решения конкретных задач. Если она не доведена, ну как вы можете довести ее до практики, если у вас нет хорошей фундаментальной теории? То есть у вас, если вообще теория проверяется практикой, у вас задача проверки практикой, она включается в само исследование конфликтологическое. Вот почему. Вот почему мы должны на конфликтологию так и смотреть, как на конфликтологию, которая в институте философии преподается. Хотя есть конфликтология в другом месте, может быть, по-другому. Не знаю, как она может быть по-другому, потому что наш вот институт, здесь кафедра конфликтологии на переднем крае, так сказать, здесь создавалась конфликтология, поэтому изначально такой подход здесь. А вот я преподавал на политологии, и я должен сказать, что это жалкая там картина, потому что они оторвались от философской основы. А было у нас одно время, некоторое время, сначала институт философии, было политологическое отделение, потом был институт философии и политологии, это, наверное, вы заметили, еще запомнили? Ну, помнили, ну, видели. А потом раз, и, так сказать, он уехал туда. И вот они пытаются какую-то свою методологию создать, а никакой политологической методологии ведь нету. Методология-то философская. Что такое философия? Что такое философия? Наука, рассуждение, опознание. Опознание – это гносеология. А я спрашиваю, что такое философия? Филос – это, по-моему, любовь, софос – знание. Это вы филологически подходите. Да. Да, это правильно то, что вы сказали. Философия – это любовь к мудрости. Фило – любовь, а София – это вот у нас лаборантка София как раз. Она очень уместна, что она на кафедре философии. Философия. Но это просто перевод, можно сказать, с греческого. А если мы возьмем не перевод, а суть дела, то философия – это наука о всеобщих законах природы, общества и мышления. Всеобщих законах. Но если они всеобщие, эти законы, то они в каждом конкретном случае проявляются по-разному. Правильно? Одно дело – философия природы, другое дело – философия права. Ну вот, другое дело – философия конфликтов. По существу конфликтология и у нас преподается как философия, как знание такого всеобщего, которое можно применить к особенному и единичному. То есть, чтобы мы, с учетом того, что конфликты не повторяются, каждый конфликт индивидуален. Люди другие, персоны другие, время другое, политическая обстановка другая, то есть все время разные ситуации. А мы должны иметь некий общий подход, который позволяет нам, тем не менее, в каждой изменившейся обстановке действовать. Ну, скажем, представьте себе, как действуют военачальники во время войны. Они находятся в обстановке конфликта, со многими неизвестными, никто, наверное, не собирается вам докладывать, какие удары будут с той стороны и по какому месту, правильно? И вы должны, в условиях, когда вдруг рвутся бомбы, снаряды и погибают люди, вы должны принимать решения, составлять приказы и продолжать, так сказать, решать те задачи, которые формулируется, так сказать, военным руководством, правильно, или военно-политическим руководством. То есть при том, что, кажется, все там смешалось, все плывет, тем не менее, при хороших военачальниках армия выигрывает, ну, как вот Суворов, не проиграл ни одного сражения. Ни одного. Хотя это, в общем, такой редчайший случай. Вот. И вообще, надо сказать, что конфликты... Потому они конфликты, что каждый раз они разгораются тогда, когда их никто не ждет, или разгораются в том месте, где их не предполагается, что они там разгорятся. Вот почему философский подход необходим как методология разрешения конфликтов. А конкретная практика разрешения конфликтов, каждый получит в ходе своего обучения на практике, правильно? Так мы должны различать. Сейчас у нас какое идет обучение? У нас сейчас теоретическое обучение. Но с таким практическим уклоном, что мы должны быть подготовлены к неожиданностям в том числе. Например, есть экономисты плохие, которые все рассчитали, что будет так, 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 а потом вдруг целый цех заболел гриппом. Эпидемия. Этот цех не поставил, а он заготовительный цех, не поставил другим заводским цехам. Эти заводские цеха, соответственно, не выпустили продукцию. Продукция вся стоит, недоделанная. Значит, он должен был поставить на 100 предприятий. А те с каждой 100, на еще на 100. А 100 на 100 – это 10 тысяч. А дальше что? И пошла цепная реакция по всей экономике, и разрушается производство. Поэтому, мудрые люди говорят, что нельзя работать без резервов. Нельзя.
То есть вот у вас сюда сорвалось, ну и мы сейчас из резервов доставили, а вы должны были поставить ему и ей. Мы сразу поставили ему и ей, а с вами будем разбираться, в чем там дело, как наладить и так далее. Правильно? А вместо того, чтобы, так сказать, вот разводить руками и смотреть, как рассыпается вся экономика. А экономика вся, так сказать, так честно связана, что вот эти разрушения будут колоссальны. Понятно, что если она разбалансирована сильно, то большие резервы, менее разбалансированы, меньше резервы. Ну вот можно видеть, например, на примере сыров. Вы посмотрите, сыры были желтые, сейчас сыры белые. Зайдете в магазин, посмотрите на них. Что это такое? Ну, допустим, сыр должен зреть 40 дней. Вот какой-то хороший человек, нетерпеливый. Ну, подождал бы еще 10 дней и отправил бы полную поставку вот этого сыра, тот именно объем, который должен поставить, ну, с задержкой на 10 дней. Но он поставил бы зрелый сыр. А дальше, тот, который тоже он, следующий, уже подходил. Ну, соответственно, он бы эту партию задержал, поэтому вторая тоже могла бы 40 дней лежать. И вся сдвижка была бы в объеме вот этого поставки на 10 дней сыра. И все. И все, весь бы был сыр зрелый. Один раз надо из резерва там, так сказать, направить или пережить этот момент. Но никто не умер бы, если бы сыр был бы один раз не поставлен. А через 10 дней вы получили бы зрелый сыр. Не, это вот его гонит. И так далее. В связи с этим нам надо разобраться основательно, что такое конфликт с точки зрения философии. И, соответственно, какая-то наука, самая близкая, теоретическая, какая основа его изучения. Что такое конфликт? Вот если я с вами говорю одно, а вы мне другое, это что? Несовпадение мнений. Возможно, спор. А возможно и не спор. Вот мы беседуем, я одно мнение, вы другое, я одно, вы другое, диалог. Я одно, вы другое, потом говорю, ну хватит, диалог. Пошли. И пошли, диалог и все. Диалог, да. Никакого спора нет. А вот если это, ну, так сказать, разногласие, то есть я одно, вы другое, я одно, вы другое, вы мне одно, а я опять другое, я одно провожу, а вы мне другое. Это что? Это уже спор. Это спор. Ну, скорее, с попытками убедить. Тогда да, но это спор. Это конфликт? Нет. Нет, конфликт это, вы такая, так и так далее. Это уже конфликт. А какой спор? Ну, спорят люди, что плохого в этом? Значит, если мы возьмем некий прикладной документ, Трудовой кодекс России, мы там увидим отдельный раздел, называется «Коллективные переговоры», а другой – «Коллективно-трудовые споры». Я хочу сказать, что это некоторый камуфляж, потому что у нас до горбачевских времен, до перестройки, никакого законодательства о забастовках не было. Не было. Почему? Ну, потому что считалось, что если забастовки происходят, а они происходили время от времени, то это вот Ленин на это так отвечал. Если люди бастуют, рабочие, значит, это либо мы что-то неправильно сделали, либо мы сделали правильно, но людям не объяснили. Ну, пойти объяснить. И тогда людей направляли, чтобы они шли на завод и там рассказывали, в чем, почему вы так делаете. Поэтому никакой нужды, то есть правительство, администрация на себя брала ответственность за возможные забастовки. Потому что это такая тяжелая вещь, забастовки, что никто на забастовки просто так не пойдет. Это страшная ломка. Человек привык, 20 лет работал, вставал утром рано, приходил точно к сроку, на 40 минут раньше все раскладывал, тут он сидит, ничего не делает. Я вместе с коллегой, первым секретарем Петроградского райкома партии, Раковым Юрием Евгеньевичем, ездил вот во время событий 91 года в Эстонию. Там, на крупнейших предприятиях, в основном работали русскоязычное население, и в защиту прав русскоязычного населения там были забастовки. Вот прямо выступала женщина, которая, я говорю, уже 20 лет работала. А в каком городе это было? Нарва? Нет, прямо в этом, в Таллине, да. Я, говорит, столько лет работал, никогда не было, чтобы я задержалась на работу. Но это же немыслимо, какие нарушаются, так сказать, права. Ну, а там, мы знаем, Прибалтики не граждане. То есть это как бы не люди. То есть не то, чтобы вот есть граждане, а есть граждане другой страны. Нет, вообще просто вы не граждане, вы никто. То есть это, так сказать, унизительная кличка, которая официально так, так сказать, надевается на тех, кто там не получил гражданство.
А для получения гражданства там придумали всякие проверки. Люди там живут спокон веку, можно сказать. Потому что всегда перемешанное было население в этих районах. И всегда много было русского или русскоязычного. Ну и там поэтому конфликты, они на этой почве все время имеют место быть. Поэтому, значит, так вот, появилось законодательство о забастовках тогда, когда вроде бы поняли, что конфликты есть все-таки. И большие. И конфликты расширились. И первый закон был союзный, СССР еще, а закон о разрешении коллективных трудовых споров в скобках конфликтов. Когда СССР был разрушен, то у нас появилось российское законодательство о забастовках, закон вышел, закон о порядке разрешения коллективных трудовых споров. Ну, речь на самом деле идет о конфликтах, судя по тому, какого содержания этого закона. Но так вот красиво это дело подано. Как бы конфликтов нету, а просто спор. Никто не конфликтует в нашей экономике, в России конфликтов нет, а просто люди спорят. Ну а что тогда плохого в том, что они спорят? Что-нибудь плохое есть в том, что мы спорим? Ну что плохого? Ничего плохого нет. То есть вообще непонятно, что тогда их разрешать. Но люди спорят, в спорах рождается истина. Я даже в своей внучке пытался толковать, что в спорах рождается истина. Она потом даже рассказывала ей, как вот там два из-за того, как яйцо бить, поспорили два. Две персоны из книги о Гулливере и лилипутах. Вот они, лилипуты, так сказать, там. Сражались, бить надо с тупого конца или с острова. Да сражались до того, что один остался, когда двое осталось всего. Она говорит, и что? Как что? Вот дальше продолжают спорить, потому что в споре рождается истина. Говорит, а у кого? И тут я уже тут не знал, что ответить. У кого действительно рождается истина, если она рождается? Ну вот все-таки мы с вами говорим прямо о конфликтах, а не делаем вид, что их нет. Правильно? Не делаем вид. И отличаем споры и конфликты. На самом деле в законодательстве, там, где речь идет о переговорах коллективных, это споры. Вот мы сидим на переговорах, 3 месяца выделяется на то, чтобы людей выставляет профсоюз или коллектив на конференции, которые будут вести переговоры, их должны оплачивать по среднему до 3 месяца. Вот вы никуда не ходите на работу, неважно, кем вы работали, будете приходить и раз в неделю будете со мной спорить, если я представитель работодателя. И вот в этих спорах пытаются найти решение проблемы. Не нашли, тогда остается другой вопрос. Так называемые коллективные трудовые споры – это отдельный раздел сейчас в Трудовом кодексе. Ну, это, конечно, не споры уже, а пошел другой разговор. Речь идет о выставлении требований, речь идет о том, что уже определенный конфликт, стороны не нашли согласия, нет никакого протокола о согласии, есть протокол разногласий. И раньше, первое время, протокол разногласий был основанием для начала коллективного трудового спора, а теперь, значит, законодатель это убрал, вот идите выставляйте требования, как будто бы и не было этого всего спора. Начинайте сначала, но это еще более накаляет обстановку, и речь идет уже о том, что аргументы силы выставляются вместо силы аргументов. Значит, что тогда такое, значит, как по-другому сказать, идет спор, идут разногласия. Разногласия в переводе на иностранный русский язык – это противоречие. Противоречие, правильно? Угу. Вы одно речете, а я другое реку. Противоречие. То есть на самом деле мы имеем дело с противоречием. А что такое противоречие? А противоречие – это единство и борьба противоположностей. Не просто различия оттенки мнения, вот я хочу вот это подчеркнуть, а вы хотите это подчеркнуть, где-то еще не противоположности, правильно? А мы, так сказать, имея примерно одну позицию, разные оттенки подчеркиваем, раскрашиваем, делаем богаче и так далее. А здесь же, в данном случае, когда речь идет о том, что мы называем конфликтом, здесь речь идет о противоположности. Ну, при том, что позиции противоположны, может быть конфликт, может не быть. Правильно? Вот у нас с вами позиция противоположная.
Я считаю, что вот этот стул должен стоять не здесь, а вот здесь. А вы считаете, что он там должен стоять, но ничего не предпринимаете. Ну, нет никакого конфликта. Нету, потому что один кто-то оказался умнее и не стал, значит, нет, его не выскочил, и не схватил, и не потащил. А другой тоже стал умнее, если тот выскочил, схватил и потащил, говорит, на, сиди. То есть кто-то должен вовремя остановиться, потому что бывает, что вот это противоречие или обостряется, или не обостряется. Вот если оно обостряется до такой степени, что средство его разрешения становится не дальнейшее обсуждение, а применение каких-то силовых мер, и когда сила аргументов заменяется аргументами силы, вот тогда мы имеем уже не просто спор, а конфликт. 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 То есть конфликт – это обострившееся противоречие, это раз. И во-вторых, оно обострившееся до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. Уже на аргументы никто не надеется. Все это прошло уже. Все уже обговорили, уже спорили, доказывали, обсуждали. Все, хватит. 3 месяца мы с вами сидели, и все, значит, я вам одно, вы мне, я вам, вы мне, я вам, вы мне, и так далее. И уже есть специальные люди, которые сидят одно и то же повторяют. И это уже начинает людей, наоборот, вместо того, чтобы успокаивать, начинает людей злить, потому что вы отвечаете то же самое. Я вот наблюдал, как в портом, как на переговорах в прошлом году, были переговоры летом в ЗАО «Первый контейнерный терминал». Я консультант правкома докеров ЗАО «Первый контейнерный терминал». И вот я наблюдал, как люди выдвигают аргументы и говорят, дайте, так сказать, данные о, так сказать, финансовом. Вы же говорите, у вас денег нет для зарплаты. Ну, дайте данные об этом. Они же не закрыты. Это же не коммерческая тайна. Зарплата не является коммерческой тайной. Кстати, свою зарплату назовите, какая она у вас. А данные по зарплате ведь интересные. В госкомпаниях какие данные? Вот недавно опубликованы данные были о том, какая зарплата у руководителей Роснефти. Скажем, правление Роснефти ежемесячно получает... Там хорошие суммы. Ну, сколько у вас хорошие? Ну, шестизначные, как минимум. Чего шестизначные? Ну, сколько? Шестизначные это... Значит, 170 миллионов. В месяц каждый член правления получает Роснефть. 170 миллионов. А, простите, 17 миллионов. Я ноль приписал. 17 миллионов. Ошибся на ноль. 17 миллионов. Если вы возьмете Газпром правление, 15. Если вы возьмете добропорядочные наши РЖД, члены правления получают там 5. Бедняки. 5 миллионов в месяц. Свежих данных по Сбербанку у меня нет. У меня есть старые данные на период прошлого кризиса. Значит, в 2007 году они получали по 3 миллиона 700 тысяч, а в 2008 году кризис разбушевался и стали получать на 300 тысяч меньше. Только 3 миллиона 400 тысяч. Вот вы бы получили на 300 тысяч меньше, так бы не смотрели, как бы грустили сильно. Загрустила бы, да. Вот, так это называется. Богатые тоже плачут. Ну, учитывая, что у них вызывает шок даже подорожание салатов. Да. Беда. Но сколько бы вот ни требовали представители профсоюзов на переговорах, и сколько бы законные ни были требования, ну что же законные? Законы можете в суд подать. Вы можете ознакомиться с административным кодексом и увидеть, что за всякого рода уклонение от коллективных переговоров, непредоставление информации, необходимой для кода коллективных переговоров, невыполнение вообще коллективного договора, все это ограничивается 5000 рублей. И за 5000 вы находитесь. То есть, если вот вы со мной затеяли конфликт судебный, подали на меня в суд за то, что я не подал, я работодатель ваш, ну вот и вы выиграли, то как вы получите вот 5000 рублей, я вам должен? 5000 рублей получите, вот вы выиграли. Дальше ваши действия какие? Вот вы выиграли вчера, выиграли суд у меня. Я по суду должен вам отдать 5000 рублей. А вы не хотите их отдавать? Что, я человек грамотный, зачем я буду отдавать? Ваши действия.
Обжалование. Куда вы будете обжаловать? Вы уже выиграли. Вы что, девушка? Вы выиграли суд. Вы должны быть довольны, счастливы. Вы у меня выиграли. Я профессор по кафедре экономики и права. Вы у меня выиграли. Чего вам еще надо? Еще за какие-то 5 тысяч требуете. А как забрать? Какие стыдные. А? Чего? Нужно, наверное... Ну, куда вы пойдете? Вот знаю человек. Он, видите, в черном сел специально. Я ведь... Значит... Так не знает народ этого дела. Просто это прикладное дело. Но это же конфликт. Во время конфликта что вы думаете? Что вы надеетесь, что я вам отдам? Никогда не отдам. У нас же конфликт с вами. Не отдам я вам ничего. Хотя мне это тьфу эти 5000 рублей. Я имею в виду, если я работодатель. Вы же понимаете. Но вы за эти 5000 рублей. У меня еще вот юрист пойдет. Он, видите, знает все. Вот он будет мои интересы защищать. Я ему доверенность дам. А вы будете ходить, ходить. Куда вы будете ходить? Вот, вот что вы будете делать? Вот вы у меня выиграли. Куда пойдете? Париж. А? 4 буквы. СССР, Федеральная служба. Вот, товарищ знает. Значит, если вы будете сидеть со своим решением, то вы так со своим решением можете на стенку повесить там. Красиво будет, что вы выиграли. Значит, приятно, что вы выиграли. Значит, вы должны пойти куда? В службу судебных приставов района соответствующего. С чем вы туда пойдете? Исполнительным листом. Вот, а исполнительный лист у вас же нет его. А как нет? Судьи же его выдают после оглашения. Никто его не выдает. После оглашения вы подождете, вам выдадут через недельку, а то и больше, а то через две. Решение суда. А вам что нужно? Исполнительный лист. Это разные бумажки. А решение суда выдается и ответчику, истцу. А исполнительный лист только тому, кто выиграл, только вам. Я вас поздравляю. А вы, ну, вы за ним должны пойти и попросить. Не попросите, вам никто его не даст. Никто не собирается вам давать. Если вам не надо. Может, вы просто решили вот показать меня, наказать моралью. Раз. А если вы хотите с меня взять 5000, то вы идите за дополнительным листом. Куда вы его понесете? В службу судебную. Кому вы его там давать? Там много сидит людей. Кому вы будете собираться давать? Чего вы? Куда пойдете? Куда ткнетесь? Человек не знает. Здесь теоретики здесь сидят. Они, значит, это не знают. То есть пойдете вы к старшему судебному приставу-исполнителю соответствующего района. Только копию сделайте этого, потому что последний раз вы увидите, это свой исполнительный лист. И копию я лучше цветную сделаю, чтобы там синее было синим. Отсканируйте. Да. И вот вы отдали и просите, пишите там заявление, прошу принять исполнительный лист, выданный таким-то судом, по такому-то делу, к исполнительному производству. Да? Мы же говорим о конфликте. Тут полный конфликт. Тут ничего нет. Никто ничего не подскажет. Я вам просто потому, что с вами не конфликтую, рассказываю. Так бы я ни за что бы не сказал. Так. И вот заводится исполнительное производство. И вот вам объявляют, что вот такая вот девушка будет, а там такие портреты интересные в службе судебных приставов. Такая девушка молодая, а сзади с черным такой вот товарищ вроде здесь присутствует с автоматом. Потому что это силовая структура, да. А девушка просто говорит, ну вы, пожалуйста, это уплатите там, то все, а там с автоматом стоит сзади. Но на практике дело сводится к тому, что вот вы пришли, через недельки-две вы познакомились с тем, кто ведет ваше дело, по исполнению, исполнительное производство, производство у нас, говорят, производство у нас много, исполнительное производство. Так, насчет 5000. И вот приходите вы, говорите, да где 5000? Ну, так я ему сейчас напишу письмо. Она пишет ему письмо. Согласны ли вы, то есть мне, добровольно выполнить решение суда и по исполнительному листу уплатить такую-то, такую-то сумму? Ну, как вы думаете, я получил такое письмо, что я буду делать? Ну, думаю, что... Думаете, порву ваше письмо? Нет, я думаю, что это уже все-таки... Вас испугают как-то, вы задумаетесь. Сумный человек, какой наивные люди, для чего живете. Магистр, второй курс. Я пишу письмо приставу. Дорогой там Илья Петрович или Жанна Алексеевна. Согласен, добровольно уплатить. На этом все. Вам бумажка нужна или это 5000? 5000. 5000 я не пойду, не дам, а вот бумажка, я согласен. Вы приходите опять, вы уже третий раз приходите опять. Ну, как там дела? Вот пришло, поступило письмо от того, кто проиграл, что он согласен уплатить. Вы говорите, ну, когда он уплатит-то? Так, говорит, не знаю, вот сейчас я ему теперь еще напишу. Опять напишет, второй раз вам пишу.
Согласны ли вы добровольно уплатить? А что я делаю? Опять пишите, что вот, согласны. Голова. Видите, способный. Видно, что способный. Пишу, согласен добровольно уплатить. А денег вы... Нету денег-то. Итак, вот вы ходите. Кто кого наказал? Вы меня. Я-то сижу, а вы все ходите, ходите. Да вы 10 раз бы заплатили 10 тысяч, чтобы не ходить. А вы уже, значит, сколько находились? Ну и, наконец, дальше ваши действия. Что делать дальше? Дальше накладывает вот этот судебный пристав исполнитель, может наложить штраф. 1000 рублей. 1000 рублей. Вы не обратили внимания Мавроди, как вот сейчас с ним пытаются его заставить выполнить решение суда? Не обратили внимания? Нет. Это то, что я вам рассказываю, это копейки по счету 5000. А тут речь идет о миллиардах. Мавроди обобрал людей, они в суд подали, выиграли. И он должен отдать миллиарды. Его спрашивают, отдашь? Он говорит, отдам. Вот как я вам говорю. Отдашь? Отдам. Он не отдает. Тогда ему раз и штраф. 1000 рублей. Так он, злодей, и 1000 рублей не отдает. Штраф уже не платит. Что тогда делает судебный пристав? В случае неуплаты штрафа, они могут его... Они могут на несколько дней его арестовать. И они его максимум на 15 суток. Он посидит и начинает снова создавать. Уже международный создал такую организацию, которая опять выкачивает деньги из дураков. Международную создал. Хотя я, как человек квалифицированный в этом, могу вас проинформировать, что вообще у нас по законодательству, и это вот тщательно скрывает средства массовой информации, что этого Мавроди можно было засадить в тюрьму надолго за невыполнение решения суда. Но для этого надо возбудить уголовное дело. И надо не просто к судебным приставам, а там есть человек в службе судебных приставов, который эти возбуждает дела, если вы это знаете. Если вы это не знаете, так и будете ходить туда-сюда. То есть конфликт надо в данном случае довести до более высокой точки. Уголовное дело. Ну а как любят они возбуждать уголовные дела? Ой, как не любят. А если вас будет сразу раз и в архив, Потому что, во-первых, судебных приставов меньше, чем решений, которые могут выполнить, намного. По факту. Меньше. То есть, вот, скажем, на такое количество дел нужно вот столько-то приставы часов. А приставы часов гораздо меньше, если умножить количество приставов на количество часов, в которые они работают. Это я знаю совершенно точно, потому что мне пришлось участвовать в создании профсоюза судебных приставов, который возглавлял товарищ Мальцев Владимир Алексеевич. И одна из проблем была обеспечить, либо добавить число приставов, либо сократить число производств на одного пристава, потому что они не способны выполнить. А из этого может вытекать и некоторые коррупционные составляющие. Если вот у вас 100 дел, выполнить вы можете 50. Я прихожу, мое дело внизу, а вы переложите его вверх, а я вас не забуду. А вы говорите, нет, я такая честная, перечестная, ну и ладно. И сидите там, пусть ваша внизу лежит, я ушел. То есть вот что происходит на самом деле. Причем в силу разделения властей, которое у нас, так сказать, пропагандируется, если в свое время судебные приставы были при суде, и вот у вас вполне правильное такое естественное представление, если суд решил, то будет выполняться. Если суд решил, то и на стеночку. Сейчас. А это другая совершенно инстанция. Они даже не видят и не берут судебных решений. Если вы принесете, начнете рассказывать, что суд решил, это есть служба, которая, так сказать, как бы тупо выполняет то, что вот написано в исполнительном листе, и все. А выполняет ли, а выполнится, это неизвестно. Как повезет. То есть, а как по итогу все-таки тогда можно забрать эти на 5000? А если у вас 5000, я бы вам советовал прекратить конфликт и никуда не ходить. Займитесь чем-нибудь хорошим. И забыть про них. Я бы вам посоветовал. Я видел, что бывает с людьми, которые, у них лица нет, у них давление, у них все, они судятся. В суд надо ходить в крайнем случае. И как конфликтолог вы должны, наоборот, людей успокаивать, сказать, плюньте на это дело, пропало это, ну пропало, начните новое, чего-нибудь сделайте, новое хорошее, а эти забудьте, расстанетесь и так далее. Потому что на самом деле тяжбы судебные доводят людей до истощения. Я видел там цветущую какую-нибудь девушку, которая была, так сказать, вот вначале она выиграла, и в конце она вся больная и наконец выиграла, получила то, что билось. Так что это вот такой очень сложный процесс.
Почему? Потому что это уже не аргументы, кто прав, кто виноват, а здесь начинается кто кого. Вот вы будете на суде, а вам противник будет доказывать, что вы все лжете, и глаза у вас видно под глазам, видно, что вы задумали, что вы же заведомо лжете и так далее. А вы будете говорить, нет, я не заведомо лгу, я сейчас приведу того, 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 и те будут доказывать, что вы не верблюд. И вы будете довольны, что вам удалось доказать, что вы не верблюд. А они изощренные, там много таких людей приведут серьезные бумажки какие-нибудь, еще будут ковыряться во всем, что у вас есть, а у вас есть недостатки или у вас нету. Мы найдем ваши недостатки, их письменно изобразим и задвинем в суд. И так далее. Почему? Потому что если я работодатель, у меня есть юрист. А кто такой юрист? Это цепной пес администрации. Ну, если кратко говорить. Первый после Бога. То есть, а если вы мой юрист, и вы будете вместо того, чтобы обосновывать юридически мои решения, что-то другое доказывать, так все, больше я не юрист, он юрист. Вот и все, идите ищите себе работу. Кстати, я позвоню своим, ее-то не берите, потому что она там слишком много знает, в университете обучалась. Слишком много о себе думает. Ну, это мы сейчас говорим о конфликтах, правильно? То есть, как раз если я бы прорисовал так мирно, но мы должны как раз понимать, что это вот мы вступили в такую область, где как раз ничего мирного-то нету. Здесь, так сказать, ну, если не открытая война, а борьба, безусловно, самая настоящая. Борьба противоположностей. Какая наука изучает борьбу противоположностей? Диалектика. Чувствуете, человек, голова? Диалектика. Диалектика – это наука, которая изучает борьбу противоположностей. Поэтому насчет, вот вы даже сомнений высказывались, философы вы или нет, даже хотели отстраниться. Хотя на самом деле конфликтологи – это именно те люди, которые... Но больше всего занимается тем, что изучает диалектика. Правильно? Ну, да. Борьбу противоположностей. Вот в этом вопросе мы должны быть с вами доки. Что имеется, какой имеется у нас труд по изучению диалектики? На наше счастье имеется один труд по изучению диалектики. Один, но фундаментальный. Нет. Маркс по применению диалектики. Если вы хотите посмотреть, как применяется эта диалектика, то читайте Маркса. Вот я могу вам сказать, есть вот, скажем, книга такая, она висит на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии. Если вы наберете там сайт Фонд Рабочей Академии, Московское отделение, и там вы увидите книгу Смирнов И.К. и Попов М.В. Мое «Диалектика капитализма и социализма». Я хочу вам сказать, что вот вы можете получить такой довольно краткий материал, который рассказывает про диалектику в «Капитале» Маркса, а потом про диалектику социализма. В связи с тем, что вот как раз те внутренние противоречия, которые были, привели к разрушению Советского Союза, потому что они неправильно разрешались. Но это прикладные, можно сказать, книга прикладная и разъясняющая, и демонстрирующая возможности диалектики, и применяющая ее. А что касается самой диалектики, то ну вот в этом случае можно прибегнуть к авторитетам. Вот Энгельс говорил, что единственный компендий диалектики имеется в науке логики Гегеля. А компендий в переводе с латинского означает «кратчайший путь, прямая дорога». Вы как собираетесь идти, прямой дорогой, кратчайшим путем или будете? Кратчайшим. Ну вот кратчайшим вот такой путь. Поэтому одна книга. Но эта книга подводит итог философии за 2000 лет. То есть вот если вы ее изучили, считайте, что вы изучили всю предшествующую философию. А существует два пути изучения всего богатства предшествующего. Можно просто начать читать все, что... Так это историки философии делают, да? И всегда эти историки философии не полны. Они изучают одни, там, древнегреческую изучают, другие – древнеримскую, третьи – там, какие-то средние века, четвертые – новейшую и так далее. Или западноевропейскую – кусочки, 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 кусочки. А что такое вот диалектика? Диалектика построена так, что это обобщение всего того, что было сделано в области философии, с точки зрения того, какой ученый и что внес в философию.
Гегель также ставил вопрос о том, как надо критиковать. Вот если я хочу вас критиковать, надо не просто на вас обрушить, сказать, это неправильно, это неправильно, неправильно. А надо показать, какое место ваша философия, ваша точка зрения имеет в развитии всей этой философской системы. Если я обладаю более высокой системой, то она должна включать в себя как свой момент и предшествующие какие-то ветви философии. И вот вы поэтому, когда будете читать науку логики, вы увидите, что там, в науке логики, делают соответствующие ссылки на предыдущих философов. И причем довольно забавные. Гегель так обычно пишет, что вот Кант, мы бесконечно обязаны ему в развитии нашей науки, логики и философии, и диалектики, потому что он такие поставил великие вопросы, как никто не поставил. Ну, правда, ни одного не решил. Или вот философия Якоб Бёме. Он погружает нас в его философия погружает нас в самую глубь, но в смутную глубь. Или вот Спиноза, он вот ввел понятие такое детерминацию est negatio. Определение есть отрицание. Но Гегель, у него две категории, есть определенность, а есть определение. Определенность – это вот то, чем можно отличить. Вот, допустим, человека от животных можно отличить тем, что у него есть мочка на ушах. Уж почему она есть, то ли, так сказать, в древности женщины оттянули себе тут мочку, то ли по другим причинам, но нету больше животных, у которых есть мочка на ушах. Это определенность человека, в том смысле, что можно отличить по мочкам на ушах. А определение человека – мыслящий разум, говорит Гегель. Видите разницу? А Гегель дальше, Энгельс дальше развивает, что это животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Это определение человека. А если разума нет, то он уже как бы не человек. Или человек, который не соответствует своему понятию. Или дурной человек. Он не говорит дурак. Дурной человек – это тот человек, который не соответствует своему понятию, Скажем, что такое плохой конфликтолог? Ну, это конфликтолог, но не соответствует понятию конфликтолога. Вот и все. То есть вот такая гладкая такая картина, очень аккуратная. Наука логики есть, как всегда, большая, которую Гегель написал, когда не был профессором, и малая, когда он был уже профессором, написал учебник для вузов, который страдает тем, что в нем некоторые переходы отсутствуют, как всегда. Потому что все вузовские учебники этим страдают. Поэтому изучать, конечно, хоть та короче малая логика, а большая логика длиннее, то там как раз все переходы присутствуют, а там важно не определение отдельных понятий, а выведение одних более сложных из более простых. Чтобы вы могли каждое понятие рассмотреть как целую цепочку от начала до вот этой цепочки. Кстати, начало – это что такое? Вот вы уже изучали. Начало. Начало. Ну, слово вам знакомо? Ну, как вам всегда, начало. Ну, вот сейчас начало курса у нас. Очень актуально. Первая лекция. Начало что такое? Начало. Первый этап. Начало – это начало, бревно – это бревно. Елка – это елка. Это тавтология называется. Первый этап. То есть на этап. А если не этап, и не разбивается, начала нету. Все обязательно на этапы. Вы там есть... А? Как? Старт, может быть. Ну, начало и старт – это примерно то же самое, просто одно и том же разговор. Но если старт, то все равно это старт начала чего-то. Есть введение в процесс, например. А? Введение в процесс. Введение, то есть вам процесс важен, сам процесс. Вам результат не важен, нет, да? Есть процесс. Вот есть такие люди, вот, например, перестройку объявил Горбачев, там ведь никакого результата ведь не предполагалось. Перестройка. Вот вы перестроились? Ах, еще не перестроились? Перестраивайтесь. А вы перестроились? Не перестроились, перестраивайтесь. И вы не перестроились. Вот ходил, и люди такие наивные, и ловились на это дело. Так разве вам сам процесс важен? Не, ну, началось. А результат вам не важен? Ну так вот, если вы идете в лес по грибы и начало, то у вас какое? Начало чего? Начало собирания грибов у вас, правильно? У вас грибы должны быть в корзинке сейчас в голове у вас, когда вы начинаете. Поэтому. Но они же могут не быть. Я же могу. А вы зачем? А вы чего начинали?
Они могут не быть, но вы-то чего начинаете? Вы собираетесь найти? Ну, так раз собираетесь найти, то это начало сбора грибов. Ну, в итоге сбора мало собрали или не собрали ничего. Но начинали это вы. Начало – это неразвитый результат. Потому что если вы не знаете результата, не хотите никакого результата, это и не начало. Это вы что-то делаете. Ну, вы просто что-то делаете, что-то изображаете с умным видом. Но если у вас нету в голове того самого, в неразвитом виде хотя бы, того результата, который вы хотите получить, то это не начало. Потому что начало определяется как неразвитый результат. Можете это записать. Ну, если я что-то начинаю, я начинаю строить дом. Что у нас должен быть в голове у меня, если я начинаю строить дом? Ну, у архитектора, скажем, вот у Растрелли, который построил... Начало есть неразвитый результат. Да. Который построил Смольный собор. Это Смольный собор. Вот начали строить, и получился Смольный собор. Или сначала у Растрелли в голове этот был Смольный собор. Не только в голове, но и на бумаге уже был. Правильно? И вот когда он на бумаге уже был, утвердили, выделили деньги. Государство должно было выделить феодальные деньги большие на строительство Смольного собора. Несколько лет его строили. Тогда началось строительство. Потому что начало – это неразвитый результат. А если не предполагался, давайте, говорит, начнем строительство, а там видно будет, что построят. Может, хлев получится, может, дворец получится. Дворец не получится, если у вас нет в начале, в голове этого дворца. Правильно? Никогда. Есть даже притча такая, вот один человек идет и встречает другого человека, который обтесывает камень. Спрашивает, что вы делаете? Камень обтесываю. Идут дальше. Такой же человек также обтесывает камень. Спрашивает, что делаете? Строю дворец. В чем разница? Подходит. Да не подходит, потому что у одного в голове есть дворец, он вот какую-то часть дворца делает, а тот обтесывает, у него никакого... Нет у него ничего в голове. Может, ему сказали обтесывать камень, он обтесывает. Вы магистратуру собираетесь закончить? Mm-hmm. Ну, так у вас в голове начало аспирантуры, магистратуры – это неразвитый результат какой. Mm-hmm. Что вы получили, закончили магистратуру – это у вас в неразвитом виде. Mm-hmm. Сейчас начало. С тем человеком, который обтесывает камень поступать, у его действия же тоже есть начало? У него отвязаться, может быть, действие, или какие-то деньги получить, или кормежку получить. У него начало совсем другого. Поэтому он так тяп-ляп и делает. У него другой результат. Поэтому получается, что если вы будете там предлагать предприятиям разные показатели, вы будете по весу продукцию, они тяжелые трубы будут делать. По длине тонкие, длинные. По цене, по объему реализации в деньгах, дорогие будут делать и так далее. Вон сейчас кликнули, давайте, значит, прибыль от производства пищевых продуктов. Мы утвердили технические условия, их утверждает предприятие само. Значит, если взять молочный жир, это одни затраты, а если вместо него положить пальмовое масло, это будет в 5 раз дешевле. Ну, а я предприниматель, и свобода предпринимательства объявлена. Ну, почему я должен сказать, пожалуйста, с какой стати я должен туда молочный жир? Я молочный жир изымаю, теперь масло какао обойдется без масла какао. Шоколад не видели? Редкие сейчас шоколадки с маслом какао. То есть там какао-порошок есть, а масло какао чем-то заменили опять и так далее. Почему? Ну, в 5 раз дешевле. Шоколадное масло. А? Шоколадное масло. Во. Короче говоря, я, как показывают проверки, до половины масла содержит в себе не масло. Не шоколадное или вообще? Обычное сливочное масло содержит в себе пальмовое масло. Причем на этапе сдачи молока на молокозавод. Уже туда подливают пальмовое масло, и это пальмовое масло дает увеличение жирности. А увеличение жирности дает большую сумму денег, которую они получают за большую жирность молока. А уж на самом заводе, сыродельном там или маслодельном, там продолжается это дело. Потому что цель моя какая, если я произвожу масло какое? Вас накормить маслом? Нет. Нет, получить больше прибыли. Так если я влеплю. Если вы ГОСТ установили, ГОСТ-стандарт, что если я не по стандарту делаю, это значит, поймать меня, посадить, это сжечь. Но ГОСТа нету. Хорошо. Ура. Но мы-то сейчас возвращаемся к тому, что такое начало. Начало есть неравенство результат. А если у меня другая цель, то другой результат будет, естественно. А результат что такое? А? Что? Это конечный... Ну, исходя из этой логики,
Ну, из логики. Вот, хорошо. И так и легко запомните, красиво. Это развернутое начало. Это не развернутое, это развернутое начало или развитое начало, правильно? То есть это соотносительные понятия, и даже удивительно, что их разрывают. Люди начинают и забывают, какое же это начало, если вы не знаете, что вы делаете. Это никакое не начало, это вы имитацию деятельности здесь. Шумите, бегаете, стучите молотками, что-то крутитесь. Я, короче говоря, не представляю в голове конечного, заткни чего и начинать. Конечно, а зачем? Так а получается хаос, потому что если вы... Он говорит, давайте, говорит, перестраивать. Так что мы будем перестраивать, хлеб в дворец или дворец в хлеб? Давайте решим. Вот Кремль перестраивали же, он же был деревянный в Москве. Значит, красивый стал хлеб. Вы за то, чтобы такую перестройку осуществить Кремля? Да, конечно. А если придут люди, вот у нас манеж, выставочный зал, это же конюшни были царские. Но если конюшни перестроены в манеж, это хорошо, мы поддерживаем. А если манеж перестроят в конюшни? Поэтому можно вообще быть вообще за перестройку? Примерно так. Вот цель корабля – плыть. Это цель корабля – плыть. Вот если вы скажете, куда приплыть, это понятно, просто плыть. Потом сменили это дело на реформы. Наше дело – реформирование. Вы еще не прореформировались, надо реформироваться. А что такое реформировать? Форму менять. Ну, сделайте вот правое синее, а левое зеленое. Так и делают, кстати. Ну, еще что-то придумайте. Сюда нос ставить, сюда, сюда. Что-то надо как-то выделиться, правда? Почему? Не обязательно. Ну, не обязательно. Я вот смотрю, в этом смысле, с точки с философскими глазами, в метро заходишь, Василия Островская написано, там плакат такой, девушка в цветастом платье написано, надо чаще меняться. Хорошо. И вот однажды я иду на занятия, лекцию читать как раз. И ну, меняться надо, но еще если так вы поменяете, что само собой не будете, то это тоже не хочется, правда? Ну, уже возраст не пойдет. Нет, ну хорошо бы, чтобы остались. Представляете, и вот я подхожу к площади Дворцовой, и там стоит реклама «Орифлейм». Меняйся, но оставайся с собой. Думаю, ну слава тебе, Господи, уже сюда проникла диалектика-то. Орифлейм, меняйся, но оставайся с собой. Потому что на самом деле изменение означает что? Ну, это если это ваше изменение, то вы и остаетесь, правильно? Если вы меняетесь. А если вы так меняете, что это уже не вы, то вас уже нет. Тогда это не вы поменялись, вас просто уничтожили. Изменение предполагает не только неравенство с собой, а и равенство с собой обязательно. Гармония. Гармония с собой. Да, не просто гармония. Гармония – это вы так смягчаете все. А я вам предлагаю более резкие утверждения. Равенство с собой и неравенство с собой. Только если есть и равенство, и неравенство, то это изменение. Если только неравенство с собой, такого не бывает. Не бывает такого, чтобы было только неравенство с собой. То, что вы говорите, человек изменяется, мир изменяется, земля изменяется, что там, общество изменяется. Что, не стало общество, что ли? Вы изменились, то есть вас нету, что ли? Нет, такого не может быть. Ну, раз не может быть, значит, вы остались, но изменились. Правильно? Да. То есть, если я буду понимать изменения, что вы просто стали другой, так, меняйте паспорт, все, если все, сдайте свои документы, деканат. Если вы так изменились, что стали другой. Инна говорит, она стала совсем другой. Когда говорят, стала совсем другой, упор надо сделать на слово «она». Раз она-то осталась, так она. Она другая, но она же. Изменение, на самом деле, вот категория изменений, вы это в науке логики увидите, предполагает обязательно равенство с собой и неравенство с собой одновременно. И вот даже специальные категории вводятся, для того, чтобы равенство с собой и неравенство с собой назвать. Момент равенства с собой называется в себе бытие. А момент неравенства с собой называется бытие для иного. Ну вот начнем со второго, с бытия для иного. Ясно, что если оно изменяется, то как бы оно переходит в иное. Вот бытие для иного хочется, превращается в другое, превращается в другое. Но это один момент. А другой момент – равенство с собой. Вот обратите внимание, как это фиксируется в языке, и в русском в том числе. Вот если вам стало не по себе, это что значит? Приболела, наверное. Нет, это значит, что вы не такая, как всегда. Вам не по себе, вы не равенство с собой чувствуете. А, да. Я к вам прихожу, говорю, хочу с вами говорить. Говорит, подождите, я приду в себя, вот я опоздала, я бежала,
Вот я приду в себя и буду с вами разговаривать. А где вы бы этого были? Я приду в себя. А что, вы были не у себя? А теперь у себя. Я приду в себя. Вот. Или. Ну что вы так никак не можете разобраться в этом начале? Это что я с вами мирно разговаривал, бесконфликтно, и вдруг начал кричать. Это что означает? Я вышел из себя. Что значит вышел из себя? Перестал быть равным самому себе. Обычно я не кричу на студентов. И вдруг заорал. О чем это говоришь? Я вышел из себя. То есть видите, как это фиксируется в языке? Очень тонко фиксируется. Поэтому, когда я сначала прочитал у Гегеля написано, вот в себе бытие, думаю, что это такая категория? Там еще В, черточка, себе, черточка, после В, В, себе, и опять черточка, бытие. Что это такое за слово? А потом, если вот так разобраться, выясняется, что это очень тонкое вообще выражение, потому что это не часть. Нельзя сказать, что этот, вот этот кусок у вас изменяется, а вот этот кусок тела, организма или там головы, он не изменяется. Нет, это все изменяется и не переходит в другое, и не переходит одновременно. Почему? Потому что мы имеем дело с какой логикой? Неформальной. Формальной логикой или А, или не А. Третьего не дано. Так? Вот мы с вами вступаем в конфликтологии, в другую сферу. Нам с формальной логикой мы никуда не приедем. Мы утверждаем, что все, про все можно сказать, что это и А, и не А одновременно. Есть такие люди, у которых нет недостатков? Нет. Нету. А что такое недостаток? Вот что такое ваш недостаток? Это что такое? Вам все перечислить. А? Вам все перечислить. Нет, что это такое? Мне вообще перечислять ни одного не надо. А что это такое, скажите, ваш недостаток? То, что не устраивает меня в себе, и то, что... Что вас не устраивает или что меня не устраивает? Что у вас недостаток? А то, что вас не устраивает, это ваш недостаток. То, что приводит внутри себя в диссонанс, и то, что приводит людей, опять же, так же. Да, люди здесь почему-то, потому что тебя в диссонанс. Ну хорошо, вот если это ваш недостаток, значит, есть вы, а есть ваш недостаток. Значит, недостаток, вы там слово «не» видите, да? Да. «Не» видите впереди? Да. «Не» – это значит ваше отрицание. Согласны? Но это отрицание ваше во мне или в вас? Во мне. Вот. То есть каждый человек в себе содержит свое отрицание. Конфликтологу это очень важно знать. Вы на что хотите опереться? На то, что в человеке совпадает с тем, что вы хотите сделать, или на другое, которое его разрушает, является его недостатком, является его отрицанием. Или, допустим, у человека в целом отрицательно, у подлеца. Есть же какие-то качества человеческие, тем не менее, на которые тоже можно опереться для того, чтобы как-то разрешить проблему. То есть недостаток подлеца – это хорошие поступки, правда? А вы же хороший человек? Наверное. Наверное. Значит, ваши недостатки – это какие поступки? Безобразные. Да. Только вы обрадовались, что хорошие, наверное. Правильно? Причем, если это недостатки на самом деле, то они в действиях-то проявляются или нет? В действиях, конечно. Если они в действиях не проявляются, то не надо на себя наговаривать. Это не недостатки, правильно? Значит, недостатки – это такое отрицание ваше, которое проявляется в действиях. А в каких действиях? В положительных или в отрицательных? В антиобщественных или способствующих общественному развитию? Недостатки. В антиобщественных. Видите, товарищ, признался. Пишите, что чистосердечно я признаюсь, потому что у меня есть такие-то, такие-то анти... Я совершал такие-то антиобщественные действия. Что? В суд уже можно не идти, да, вы решили? Значит, вот я хочу вам рассказать из области права, я такие курсы буду делать, потому что на самом деле право, чем интересно, что оно фиксирует, оно на самой поверхности находится. То, что уже как бы выплеснулось и закрепилось в нормах правовых, которые записаны и утверждены там, государством и так далее. Как идет работа следователя? Вот вы грамотный человек, уже вы в магистратуре, но если вас вызовут, первое, что будет, вас будут допрашивать. Неважно, в каком виде, вы или в качестве обвиняемого, или в качестве просто задержанного, показания вас будут снимать, или в качестве арестованного. Ну вот сначала могут просто задержать для выяснения личности. У вас паспорт с собой? С собой? Ну вот, а если не с собой, то до 3 часов. Вас можно задержать для выяснения личности. А пока поговорим. Поговорим и... Человек задает вопрос, следователь или дознаватель. Следователь по более крупным нарушениям, а дознаватель по более мелким. Слово «дознаватель» очень диалектическое, дознание. То ли они уже все про вас знают, надо немножко доузнать, и все будут уже знать.
То ли они до всякого знания, а пускай следователи узнают. А мы пока до знания. Учитывая вопросы, знания не дают, а так просто. Беседы. Вот в процессуальном кодексе, в уголовно-процессуальном записано, что вот вы должны отвечать на вопросы, которые вам задают. Вы грамотный человек, там, в магистратуре учитесь, но вы не сами написали, а вам. Вот вас спрашивают, а вы отвечаете. Ну, вы же понимаете, что вот видели, как я вопросы задаю. Можно начать задавать такие вопросы, что вы будете вот в таком ключе. Вот сейчас я вам вас подвожу к тому, что у вас есть антиобщественные действия. Теперь давайте полнее раскроем эту тему. Какие антиобщественные действия, когда совершали. И, может быть, мы и накопаем. На что мы накопаем? Возможно, на статью. Нежданно-негаданно. Поэтому, когда в конце допроса следователь вам говорит, предлагает бумагу, в конце написано, с моих слов записано верно. И подпись. Люди, как правило... Нужно прочитать внимательно, все ли там. Ну, прочитали. Вы дальше ваши действия какие? Если я согласна с тем, что там написано... Да, то вы подписываете. А если не согласна, то что? То я могу отказаться и не подписывать это. И все. Это ваша пассивная позиция. Я бы вам посоветовал другое. Вот там написано, с моих слов записано верно. Пишешь, сразу берешь ручку, пишешь, с моих слов записано неверно. Ваше же право. И дальше говорите, я вот сейчас вам изложу, и сразу можете сидеть и писать, или сказать, завтра я вам принесу, как было на самом деле, и вклейте туда. То есть... Процедура предполагает, что вы должны сначала отвечать на вопросы, но она не запрещает вам дать свое видение. А представляете, вы будете писать, а я редактировать. Будет не очень ваш текст, а будет во многом мой. Я буду писать, вы будете редактировать, будет во многом ваш текст. Поэтому тут никогда это из рук нельзя выпускать. Вот поэтому вот такая. Но в любом случае, когда мы говорим, берем какое-то целое, в каждом, вот то, что, о чем сейчас мы говорим, это относится вот к вам, ко мне или ко всему. В чем смысл-то философии, диалектики, в чем? В том, что противоречие есть в чем? Во всем. И если мы его не видим, то мы, ну, на один глаз слепы. Это не значит, что мы не познаем. Почему? Познаем. Вот я не собираюсь со спины заходить. Я знаю, что у вас есть спина, а я буду вот на вас так смотреть. Но вообще-то надо бы, наверное, зайти и так еще посмотреть. То есть односторонний взгляд не значит неверный. Он означает правильный. Вот у Гегеля это написано. И вы можете людям успокаивать, говорить, и ваша точка зрения правильная, и ваша правильная. Но не истинна. Потому что истина это противоречивое понимание. То есть, если объект противоречив, то и понятие о нем тоже должно быть противоречивое. И диалектическую истину нельзя изложить только в виде односторонних утверждений. Обязательно в качестве утверждений должны присутствовать прямо противоположные высказывания. Или вот как идет процесс познания, диалектический процесс. Вот я, если я вот, хочу познавать вас, то я сначала вас воспринимаю как бытие, потом я в этом целом бытие что-то различаю. Так, вот я вижу, что вы тут у вас ручка, и у вас тетрадка, что вы пишете, занимаетесь, думаете. Но это не вы. А эта ручка, тетрадка, это же не вы. Не будете нас, не вы. Это ваше отрицание в вас. Это ваше же все. Это ваше отрицание. А потом я снова возвращаюсь к вам, но уже с сознанием того, что я посмотрел. То есть я отрицаю это отрицание, говорю, ну это же не вы, возвращаюсь снова к вам, а это входит в этот процесс отрицания. И тогда уже ваш образ у меня – это не непосредственное утверждение, не простое бытие, а бытие как отрицание своего отрицания. Это называется бесконечным отрицанием. То есть первое бытие – это простое бытие. Вот вы есть и все. И хватит на эту тему рассуждать. Все. Второе. В вас нахожу отрицание. И потом отрицаю это отрицание, снова возвращаюсь к вам. Снова бытие. Восстанавливается бытие или восстановленное бытие. Как бесконечное отрицание. Вот хочу вам привести сразу крупный пример исторический. Вот говорят иногда формула
у Маркса и Энгельса такую берут, что коммунизм есть уничтожение частной собственности. Во-первых, это понимают нелепо как уничтожение объектов частной собственности, а собственность не объект. Собственность есть отношение субъекта к объективным условиям производства как к своим. То есть это те производственные отношения, которые обеспечивают присвоение, а вовсе не объекты собственности. Никто не говорит об уничтожении объектов собственности. А уничтожение собственности должно быть не негативным частной собственности. Ну вот, скажем, у нас были ларьки у трамвайных остановок. Вам вышли из трамвая, что-то купили сразу, то, что вам нужно. И не надо куда-то идти, удобно. Потом, видимо, когда капитал стал подрастать, более крупный, он потребовал с помощью административного ресурса взять все и попилить. И они не просто закрыли, а болгарками пилили эти. Видели, как эта сцена? Пилили, пилили, пилили. Дескать, сказали, не ближе 5 метров от остановки. Но кто был дальше 5 метров, те уцелели. А кто ближе, как раз вот удобно было, все попилили. А позитивный взгляд на это? Ну, вы сделаете другие там магазины, в которых было бы дешевле и лучше, чем тут продают. И все. Зачем я буду вас закрывать, если вот, скажем, он открыл дешевле и лучше? Никто не пойдет к вам, пойдут к нему. Или вот вы молодая и симпатичная, но у вас дороже в 3 раза, чем у меня. А я уже, так сказать, во-первых, не молодой, а во-вторых, не симпатичный. А будут покупать у меня. Почему? Потому что они посмотрят в 3 раза. Ну, некоторые будут у вас покупать, сказать, что я на себя не могу потратить, и вот у вас купят. Такие будут тоже. Там уже другое. Как, например, спрос на золото. Спрос на золото, он всегда, когда повышается цена на золото, спрос возрастает. Потому что люди думают, куплю золото, оно еще вырастет, цена, и тогда вот это я сменяю опять его на деньги, и я уже получил барыш. Поэтому было, вот когда начинается бурный рост цен на золото, становятся очереди в магазины для того, чтобы купить золото. То есть, ну а на водку, например, независимо от того, какая цена, купят все, что произвели. Поэтому все эти рассуждения мы повысим, как думщики, которые не знают этих законов спроса и предложения, они думают, что если мы повысим, ну вы повысите, и все равно это дело будет то же самое. А основная масса товаров с повышением цены приводит, понижается спрос. Так, вот мы добрались с вами, почему диалектика должна быть и должна рассматриваться как главная наука для конфликтологов. Почему? Потому что конфликтологи изучают конфликты. Конфликт – это обострившиеся противоречия, обострившись до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. А наука, которая изучает борьбу в противоположности, так и называется диалектика. Поэтому, ну, было бы странно, если бы конфликтологи, да еще в институте философии, чтобы они этот могучий арсенал диалектики, который выработан и имеется уже в качестве стройной научной системы науки логики Гегеля, если бы они его не использовали. Ну, какие тут за это аргументы? За это аргументы, вот первый аргумент, который я вам уже приводил, то, что достигалось в течение 2000 лет, то есть существует, видимо, в виде единой системы, в которой каждое отдельное понятие – это целая философская система в прошлом. Поэтому это колоссальная экономия времени и сил. То есть вы, благодаря обобщающим работам, обобщающие работы – вообще редкость. Давайте перечислять науки обобщающие работы. В химии какой вы знаете обобщающую работу? Такая, которая обобщила бы весь предшествующий материал. И наметила еще и ходы на будущее. Какие? Что? В химии? Таблица Менделеева. Поэтому Менделееву памятника нет на Менделеевской линии. А где вообще памятник Менделееву? Есть в Ленинграде? Знаете, нет? Вот напротив Техноложки, да. Да, там запрятали в этом палата меры весов, там во дворе. И он там сидит, бедняжка, около своей таблицы. И в основном его не видят, людей не знают. Это тоже манера. Значит, давайте на Менделеевской линии памятник Ломоносову поставим. Давайте через Ломоносовскую линию поставим там памятник Менделееву. Абсурд. Ну так вот,
Ну, у нас есть музей Менделеева в главном здании, но вообще это ничего, так сказать, подобного никто не сделал. Сколько в физике вы знаете обобщающих систем имеется? Ньютоновская физика и теория относительности. Все. Ну, там общая, есть специальная теория относительности. Всего. Если вы возьмете политэкономию, кроме капитала Маркса, ничего нету. Ничего нету. Или до Маркса есть всякие течения, или после Маркса, например, работа Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма», ну, предполагает капитал. Потому что он показывает, как он изменился за вот это время, там, в условиях империализма. И все. Ну, а вот поскольку я был в аспирантуре экономического факультета и подготовил диссертацию, защитил диссертацию, кандидат экономических наук, и доцент по кафедре управления планированием социально-экономических процессов, я решил, такой купил большую книгу «Теория экономической мысли». И все читал, кто в лес, то по дрова. Вот одна такая точка зрения, другая такая, да, третья, четвертая, всякая. То есть вместо того, чтобы сделать единую систему, ну это сделал Маркс. Маркс ведь изучил предшествующую политэкономию, и у него, так сказать, и вклад, значит, меркантилистов имеется, и вклад тех, кто считал, что стоимость создается на земле, Тюрго, и вклад Адама Смита и Рикардо, которые разработали теорию стоимости и теорию прибавочной стоимости. И Маркс специально об этом пишет, что не я это разработал. Или, скажем, французские буржуазные историки Тьерри Менье и Гизо разработали теорию классовой борьбы. А Маркс и Энгельс там, и Ленин ее использовали. Но не они не разработали. Маркс от этого открещивался, говорит, не я, потому что вот люди разработали. То, что я сделал, сводится к трем пунктам, что эта классовая борьба ведет к диктатуре пролетариата, это диктатура пролетариата. Значит, а эта диктатура пролетариата является переходом к обществу без классов, к коммунизму. Вот все. А первое, что этот борьба, что вся предшествующая история была история борьбы классов. Энгельс потом даже добавление сделал, что довольно много человечества прожило при первобытном коммунизме, когда не было борьбы классов. И вот, скажем, такое деление можно сделать формационное. Не пять формаций рассматривать, которые все знают и называют, а всего три. Первобытный коммунизм, потом отрицание коммунизма частно-собственнической формации, обладение феодализмом, капитализм и отрицание теперь уже частной собственности, отрицание капитализма, коммунизм как вышедший из капитализма. И тогда это бесконечное отрицание частной собственности, уничтожение частной собственности позитивное, а не негативное. Не ломай, круши, разливай, а созидай. Вот какая у нас получается интересная картина и задача, которая перед вами стоит, я вам очень бы советовал. Заставить я не могу. Более того, я считаю, что сделать обязательным науку логики, я думаю, что это нереально. Потому что это очень сложная книга. Нереальная. Просто те люди, которые это изучали, даже не изучили, а изучали, они очень далеко пошли. В конце 19 века в России все маломальски крупные ученые или деятели или культуры и увлекались Гегелем и изучали его. Там, например, историк Соловьев написал свою историю России. Вот он знал диалектику. Чернышевский пришел к диалектическому материализму, но он изучал науку логики Гегеля. Причем представители самых разных направлений и противоположных тоже изучали науку логики. Потом ситуация получилась такая, что, так сказать, правящий класс забросил это дело. А Ленин, который представлял уже другой класс, начал изучать науку логики только в 1914 году. В 14 году. Ему уже было 44 года. Вам сколько? Пока еще можете говорить. 22. В 2 раза меньше. То есть вы можете это обгонять со страшной скоростью предшественников своих. Почему все запуталось? И вот после этого, он там написал, что нельзя в конспекте науки и логики Гегеля, можете 29-й том посмотреть, полное собрание сочинений Ленина,
нельзя вполне понять капитала Маркса, особенно его первой главы, не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля. Поэтому никто из марксистов не понял Маркса и полвека спустя. Вот, Ленин, руководитель партии, написал. А позже, в письме к съезду он писал, что вот у нас разные есть члены ЦК, в том числе вот Бухарин, он считается любимцем партии, теоретиком партии, но никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. Поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Ну и кого мы знаем из руководителей партии, еще кроме Ленина, которые были диалектиками? Никого. Это ставит такой вопрос, не связанный с материальными там вещами, а чисто духовными. Ну как вы хотите, чтобы развивалось общество, сознательно управляемое, если во главе стоят люди, которые вот именно того, что нужно знать для управления таким обществом, просто не знают. Зато они вооружились помощниками, советниками, консультантами. И это вообще жалкое, конечно, зрелище. Эти помещики, помощники, консультанты и советники ничего путного посоветовать не могут. Вот сейчас имеется такая доступна книга Болдина, который был начальником аппарата Горбачева. Он подтверждает, что Горбачев ни одной книжки, ни одной статьи сам не написал. Ну, примерно так, что вы у меня советник, вы у меня один помощник, вы другой. Так, вы вот эту статью мою напишите про сельское хозяйство. Так, к следующему разу напишите, что надо улучшить идеологию. Так, потом покажите мне. Так, а вы что будете писать мне? Мне что будете писать? Напишите мне «Моя жизнь». Моя жизнь великая, надо, чтобы люди знали ее. Правильно? Так, не напишите к следующей неделе, а зарплата большая у советников, у помощников. Да. Так что не напишите, все на этом. Идите, ищите, там, идите в шахту работать. Вы куда хотите, идите работать. Ну, я понимаю, напишите. И вот это же страшная зараза, так сказать, вот сколько людей, что доклады тех людей, то есть они передавали функции, самые главные передали помощникам, а сами все, что оставили, ничего. Представительствовать, и появилось такое слово, как «я озвучивать буду». То есть вы напишите все, раз это не я написал, то я это не говорить буду, а озвучивать буду то, что вы написали. Вы это молча писали, а я буду озвучивать. Мы считаем... Так, что мы считаем сейчас? Озвучиваю. Или спичрайтеры. Вот вы будете спичрайтерами у меня. Видите, я уже ничего не могу говорить. Давайте, пишите, я могу тогда, пока у меня язык шевелится, все буду говорить. Да мне уже нужно идти на покой, а я все буду говорить. Вот как был Черненко тогда, его выставил, Гришин. Уже видно, завтра умрет. Говорит, все хорошо. И завтра умер. Кошмар. Так. Значит, что мы получили с вами? Что такое конфликт? Что конфликт изучает диалектическая философия? И что диалектика – это наука о единстве, борьбе, противоположности. И что эту диалектику можно изучать по науке логики Гегеля? Это главный источник. В качестве примера вы можете такого применения ее. Вы можете взять книгу, которую я вам называл, вот Смирнов Игорь Константинович, он был заведовал кафедрой экономики и права. Вот той кафедрой, от которой у меня осталось ученое звание, профессор по кафедре экономики и права. Мы с ним вместе 5 лет изучали науку логики. Приходили к нему домой, я приходил к нему домой каждый понедельник, и с 10 до 2 мы обсуждали и ругались там. Он так понимает, я так понимаю, он так понимает, я так понимаю. Сначала я его, поскольку я раньше начал читать, а он был у меня оппонентом, кандидатской и помогал мне в кандидатской, то я его сначала перебарывал. И потом я уже настолько его переборол, когда я вдруг обнаружил, что я неправильно понимаю науку логики. То есть я понимал ее как математик, вот это определение, вот это определение, вот это определение, вот это понятие, вот это понятие, как такой ящик с драгоценностями. И я достаю эти драгоценности и собираю в голову.
А он говорит, неправильно, надо выводить из предыдущей, следующей, следующей, следующей и так далее. И когда мы наконец к этому пришли, я понял, что я неправильно изучаю, мы начали изучать правильно, и в результате этого изучения вот вышла у него книга под названием «Метод исследования экономического закона капитализма в капитале Карла Маркса» в 1984 году в издательстве Ленинградского университета. А у меня вышла в 1986 году книга «Планомерное разрешение противоречий развития социализма как первой фазы коммунизма». То есть, а я о противоречиях социализма написал. А вообще книг по противоречиям социализма практически нет. И вот это я и защищал как докторскую. Ну и насколько это вот большую силу имеет наука логики, я хочу вам сказать, ну вот скажем, опираясь уже на свой, уже не маленький опыт, что я вот являюсь доктором наук и профессором на философском факультете, и вот в прошлом году я, так сказать, был специальным оппонентом по докторской, по Гегелю, но я ни одного дня на философском не учился, и ни одного дня не был в аспирантуре, и, соответственно, в докторантуре. Я прочитал науку логики, изучал. И этого достаточно, чтобы, так сказать, быть на высоком уровне философском. И для того, чтобы, так сказать, ну, по крайней мере, вот в споре, в дискуссии, уж, по крайней мере, не там, где конфликт, а там, где дискуссия, быть на уровне. Потому что это вообще великая наука. Великая наука. Что я вам и советую, потому что, ну, нельзя понимать так дело, что я прочитаю вам курс и это все. Но, с другой стороны, в курсе, конечно, я вот эту диалектическую сторону дела буду постоянно подчеркивать и на этом останавливаться, потому что это, так сказать, принципиально и важно. Во сколько у нас конец? 50 минут. Через 5 минут. Так. 50. 50 минут, да, так уже закончилось все. Да. Так что такое результат? А? Завершенное начало. Развернутое начало. Вот все, тогда можно заканчивать. Вот мы, видите, начали лекцию, закончили ее. Да, был неразвитый результат в начале, а сейчас развернутое начало. Все в порядке.